Всем добрый день. Хочу предоставить обзор своего сампа. Сам под аквариум на 450 литров. Самп объемом 90 литров, 89, если быть точнее. Клеил сам. Стекла на стенке четверочка, на дне пятерочка, по-моему, лежит. Швы не очень аккуратные. Ну, в принципе, это никто не видит. Клеил первый раз. Все получилось. Силикона не жалел. Чтобы, как говорится, на века было. В принципе, вот система труб подачи воды в самп. Кран шарнирный, чтобы уменьшить ток воды, дабы система была бесшумной. Трубы все под пайку идут у меня. Вот сами трубы. Фитинги. Фитинги обмазывал на всякий случай силиконом сверху, там где скручиваются они. Переливной стакан. Переливной стакан 10 на 10. Внутри на липучках ее еле видно. Фитинг с фильтра старого, чтобы предотвратить туда попадание мусора какого-то. Бо, в принципе, у меня никаких решеточек защитных не вклеено сверху, как советуют. И у меня был случай маленькой рыбы попадения туда, и она мне очень сильно забила трубу. Я ее оттуда во мертвую уже вытяну, еле-еле вытяну. Я уже думал, буду разбирать, сливать аквариум, разбирать трубу, чтобы ее вытянуть. Ну, в итоге она вышла у меня оттуда сама потом. Итак, начнем. Первый отсек идет фильтрационный носок. Носок заказывал на Алиэкспресс. Заказывал два. В принципе, 150 гривен отдал за два носка. Второй отсек керамзит. И 6-7 литров керамики. Сверху синтепона чуть-чуть лежит. Он лежит еще с того времени, когда носка еще не было. Он в пути был, ехал, чтобы не забивалась дальше у меня система. Ну, так и остался лежать. Керамзит, как видите, чистый. Ни взвеси, ни мусора. По всем отсекам на дне лежат биошары, чтобы протоку вот эту вот в 2 сантиметра, по которой водичка с секции в секцию переливается, не забивалась. Третий отсек идет синтепон. Синтепон чуть-чуть стал коричневый, но он не забился. Лежит год уже, чистый. Я его не трогаю. Думаю, там собралась большая колония, больше, чем в керамзите бактерий. Четвертый отсек. Керамзит литров 6-7, как химическая очистка. И последний отсек, две помпы. Одна тысячная помпа, то что ближе, качает фитофильтр. Вторая на 2400 литров качает в сам аквариум. Соединены вот силиконовые трубы на хомутиках. Соединены с трубами под пайку. Ну а трубы уже впаяны. Одна труба в аквариум, вторая труба фитофильтр. Советую кидать сампа на фитофильтр, так как вода качается на фитофильтр с последнего отсека. Вода здесь без мусора, чистая. И фитофильтр не забивается. Если качать воду на фитофильтр непосредственно с аквариума, вода будет забиваться, и потом его долго чистить. Ну, в принципе, сампом доволен. Всем советую. Также советую накрывать его плотно, потому что испарение с открытого сампа очень большое. Заметно по тому, как подливаешь воду в аквариум, когда он был у меня открытый полностью. Большие эксперименты с ним можно делать, большой спектр экспериментов. Также у меня в планах, хочу в последнем отсеке место, или даже вот в этом, поменять их местами, сделать кипящий слой.
Также можно по населению. У меня население аквариума не плотное. У меня справляется и вот керамзит с синтепоном, в принципе, с целлитом. Если население аквариума очень плотное, можно заполнять этот отсек полностью керамикой. А это уже, грубо говоря, литров 30-40 керамики. И ни в один внешний фильтр 30-40 литров керамики не влезет. Лучший биологический фильтр под аквариум. В принципе, всем советую. Если есть вопросы, задавайте. Чем смогу, тем помогу. Ну, как в принципе, в Ютубе много видео про сампов. Там можно все подробно рассказать и спросить у людей, которые этим занимаются уже больше, чем я. Все, всем спасибо.